Le 2 février 1949, Serge Liffard retrouve ainsi la scène de l'opéra en tant que danseur. Son retour est avant tout un symbole. Il a alors 44 ans, un âge difficile pour exercer une discipline aussi exigeante, mêlant souplesse, technique et force physique. Les 6 dernières années de sa carrière prendront la forme d'un combat. Serge Liffard, dans la scène в 20-е годы 20-го века, она своим танцем, своей удивительной техникой, своей грацией и женственностью сумела доказать большевикам, что буржуазное искусство, балет, имеет право на существование замечательных балетных прыжков, каждый из которых возносил ее все выше и выше. Это и чудесное постановочное фото, где юная 20-летняя Семенова в светлом платье, в носочках и остроносых туфельках сидит на стуле, пристально глядя в объектив. Она получает первый из всех советских балерин приглашение станцевать в Париже. Серж Лифарь, вдохновленный мнением Луначарского о Семеновой, приглашает ее станцевать с ним вместе в Жизели. Париж в восторге от ее танца. Больше работать не с кем. Марина Семенова ушла в педагогику. Она преподавала и в Московском хореографическом училище, и долгие годы была педагогом-репетитором в Большом театре. Говорят, что 20 век был веком Семеновой, и это действительно так.